Ваю, привет. Где детские игрушки? Фу, дверь еще не сделали. Где фьяхнаны порты, а кома? Врач вот там у нас. Клиника закрыта. Принимают чисто прям по расписанию, по записи. Чтоб никого народа не было. Вот такие вот дела. Мы к врачу сердечному. Еще в горах. Вот так. Вот, а тут не видно. Я вам показываю. Сейчас, если выйдем, там видно будет. Повернет вас в маркет. Мы были неделю назад, уже давно не были в маркете. Мы только в русский заезжали. Вот, там в русском кое-что купили. А так мы не были давно в супермаркете уже. Надо молочка купить. Вайс ездил, принес 3 молочка. Я хотела блины испечь, так и не испекла. С альфавитой, да. Я ты, ох, дельпирыш. И довольны, альфавита. Альфавита, копсы, пита. Я ты. С альфавита. Дай, за нехте. Эх, кожму, дакс. Короче, вот так вот у нас вон пасмурно, видите? Ох, это генеки сэндвич. Смотрите, как он выглядит все. Алло, имя моно. Да? Имя. Не, а в то же февге будешь на паркарыш. Севрай. Не, не. Не до будешь на паркарыш. Ой, Буро, все, приехали, поехали. Дальше. Ой, пошлите дальше. Я говорила, если бы какая-нибудь продавщица заболела в супермаркете, весь супермаркет бы, блин, здесь все бы отцепили. Пам, я спите. Депигесты, Лидл. Я хотела в Лидл съездить. Ну, купили фраулу здесь. Фраула, это клубника. Пу, сиганами мазы он кисты Лидл хилядыш. Да не хи кисты дики маз. Сты кентру и ки мазы он хилядыш. И до да не хи хилядыш. Не. Короче, мы едем, девочки, мальчики. Смотрите, пилю наше. Смотрите, какое. Там вообще... Смотрите, какие черные облака. Вот так вот. Смотрите. У нас погода паршивая. 9 градусов. Холодно. Ветер. Промозло. Мои цветы бедные, как они выживают на балконе вместе с помидорами. Это еще неизвестно. Бедненькие мои цветочки. Вот, такие вот у нас делишки. Погода шепчет. Угу. Налей, выпей. Пить нельзя. Ни мне, ни Ваюшу. Вот. Таблетки нам только прописаны. Так что мы в старческом состоянии. Получается. Очень холодно, очень холодно. Я купила 2 упаковки клубники себе. Сейчас как приеду, как наверну. Вот. И мы едем домой. Смотрите, какие тучи. Тучи грозно ходят. И дождь. А там вообще вон чуть черно. Над морем тучи ходят. Над городом волос.
Волюс, волюс. Добралась до дома. Это мои таблетки от желудка. Чтобы желудок не болел, когда пью таблетки от моей руки. Так. Мука. Камера, фокусируйся. Оп. Вот мука. Греческое производство. Мясо мы купили. Мясо барана купили. Таком большой кусман. Ножку. Стоит вот столько. 7 кило за килограмм 4,90, 2 килограмма 630 грамм 12,90, 12,89. Мясо барашка. Буду готовить. Вася на работу едет. И на следующей неделе надо будет что-то приготовить ему, чтобы он брал с собой. Работает. Так, вот такие вот киндеры. Такая вот шоколадка. Кекс, крем и шоколад сверху. Коста скушает. Так. Наши любимые хлебцы, гиру, когда мы делаем кукурузной муки. Ага. Колобоки ваю, автото псумаки. Колобоки, влепишь. Так. Ох, Вась ходил по магазину, ничего не трогал, а только я. Но я делала перчатки. Так, молоко. Мне сказали, почему у вас без масок ходят. А зачем у нашим грекам маски? Второе молоко. Этот самый йорт, 3 штуки. Да, все, говорит, показываешь, говорит, без исключения. Вот такой томатный сок я покупала, в прошлом видео я сделала, мы расходовали 2 штуки. Вот я купила 2 штуки, чтобы у меня было. Кулебай плавает. Это вот бакалярус. Свежезамороженный. 5,90 стоит, что ли. Так, сыры. Меня спрашивали, написали, Люда, сколько у вас стоит сыр? Я написала в ответ фета. Фета стоит, вот сегодня мы купили. Я ты фета мазграбшана иду, аксизит ухто и кусифта, а футы прошфура. Шутамею. А, шутамею. Короче, здесь я купила копченый сыр, вот такой вот. Вот такой копченый сыр купила. Костас любит у меня. Сарасти Костас, кто-то сыр 3. Стоит у нас очень дорого в Греции. Стоит он 12 евро 48 центов. 248 грамм. 3,10 заплатили. Очень мы полюбляем его. Я их научила есть этот сыр. Они никогда не кушали, Вась. Никогда не покупал такой сыр. Он даже не знал, что такой сыр есть. Сыр типа творога. Цена 3,99. Девочки меня спрашивали, которые, сколько у вас стоит брынза. Здесь нет такого названия брынза. Здесь есть название фета и белый сыр. Вот. Здесь сыр без соли стоит. Называется анфотура, как почти наш творог. Не творог. Стоит 3 евро 99 центов. 1 евро 32 цента за 330 грамм. Это вот такой белый сыр. Вот такой вот вам. Да, анфотер. Ну-ка, дуки мажи. Копчику матаки. Я говорю, попробую, говорю, отрежь кусочек. Очень мне нравится он. Из него очень вкусная выпечка получается. Гречанки любят добавлять в выпечку, в пироги сыр фета. Или белый сыр, он здесь называется. Ну-ка, копчики, вон дуки мажу. Его кафары замето. Его капляны, капляны. Ну, это... Я вымыла руки с этим спиртом, меня воняет спиртом. Кило фета стоит 8,27 за килограмм. Сегодня была распродажа, было 5,50 где-то, 5,48. Ух ты, вкусив там. Фета Олимпус. Денине? Олимпус, денине? Фета написано. Это белый сыр соленый. 536 грамм, 4,43. Врач ему запретил есть этот сыр, но он не может, как и все греки. Сейчас он откроет вам. Вот. Ну-ка, дуки мажи. Я в те калибры, наверное. Я не ем такой сыр, он ест у меня. Ну, я ем, знаете, по праздникам. Или в таверне. Жирный, соленый, вкусный сыр фета. Греками любимый сыр. На парте нула. Три я. Смазы псетом. Борис?
Я говорю, можешь собрать все сыр? Собирай. Он говорит, могу. Буро, это могу. А, вот сюда вот. Иду. Набираю. Так, вот, я вам объяснила. Сыры бывают разных производителей, разных. В Греции очень много производителей сыров. Они везде стоят по-разному. Цены у них варьируются от, даже видите, 5,48. Сегодня была распродажа. Сыры бывают разных-разных марок. Купили пагото, да, не называем? Пагото, да. Вот такие маленькие паготини, да? Маленькие. Они на паготини, это ласково мороженки. На палочках вот такие вот. Шоколадные белые. На, отнеси пары григоры, а то это на лёсы паготу. Так, я купила себе афролутро, это пена для ванны, но под душем мыться. Фа. Миндаль. Сандорини. Хедойны сандорини, какие-то. Клесия. Клесия сандорини. То шоколад. Ладно. Пагото, пари кипает лучше. И купила свою любимую пармалив. Роди, это вот этот вот фрукт. Как он называется? По-нашему, как он называется? По-русски, как он называется? Гранат. Очень вкусно пахнет, я понюхала. Этот где-то примерно около 3 евро. И этот тоже. Ну, этот объем больше, от палмолива. Палмолив я очень обожаю. Он не раздражает мою кожу. И запах вот этого вот очень вкусно. Этот не могу открыть, ладно, мне потом. Вот я себе купила. Я говорю, пигр 2. Вдруг, говорит, что-нибудь пригодится. Так, зеленый горошек. Очень хорошая фирма греческая. Вот это вот. Кто будет, горошек очень классный. Мелкий такой, классненький, вкусненький. Сладкий-сладкий. Девчонки, мальчишки, кто никогда не пробовал в Греции, попробуйте. Очень вкусный горошек. Рекомендую для салата оливье на Пасху. В этом году Пасха у нас будет без церкви, без фейерверков, без всего даже. Потому что священники сказали, что только священники будут и псальтес. Псальтес – это те, которые поют псалмы. Огурец 38 цент. Рианда ухту цент. Туэна. Клубника стоит 2,29 килограмм. Фраула. Борис на них сейчас пойму. На ту дома. Эхмистико киревай. Эхмистико. О, мигалис. Во. Смотрите. Пара мигалис. Вау. Δεν είναι καλές οι μεγάλες, μέτρες είναι καλύτερες. Το σμαζεύονται αυτές, σμαζεύονται αυτές. Αυτή είναι, там другая хорошая. Κάμε όλες. Так, я купила 2 пачки. Καλές. Килограмм стоит. Так, и помидоры. Помидоры где-то 1,5 евро килограмм. Вот такие вот помидорины. Вот, нам их 5 штучек. Все. Сюда их выложу. Ну все, вот такие покупки у нас. Все, увидимся, девочки. Это первый влог у меня. Вот с такой плохой погодой. Я нежно перешла в апрель, потому что я вам показала последний влог там, когда мы ездили к врачам. Было 31 и 1 число вечером мы ездили к кардиологу. Вот так вот. Так что вот так вот. Мне надо быть осторожным. Врач запретил, Васю так и сказал. Ей нельзя поднимать ничего тяжелого. А Васька сказал ей, я не разрешаю, она сама. Так что вот так вот. И мне задали вопросы некоторые по врачебной, по врачам, по страховке, по всему. Я потом отвечу как-нибудь. Увидимся, девочки, мальчики, всем пока. Эти у меня еще не поспели. Жесткие, биологические. А, вот это что-то мягенькие. Все, увидимся, всем пока.